по рукопашному бою, официальный вид спорта. Формула боя 2 минуты грязного времени. Слушаем внимательно команду судьи. Руки пожали. Поехали. Представляю бойцов. Боец с красным поясом победитель всероссийского турнира провел 15 боев по дороге из дома в Ярополк. Из них 5 нокдаунов, 4 нокдауна и 5 макнаггетсов с кисло-сладким соусом. Победитель Лес. Хабибулла Сержевин. Ему 12 лет. Призер всероссийского турнира и победитель Кировской Московской области. Боец с синим поясом. Ваши аплодисменты. Итак, кто болеет за красный пояс? А кто за синий? Сразу братья славяне проснулись. Ваши аплодисменты!